Заплатят по долгам. В Барнауле 64 обманутых вкладчика написали заявление на возврат своих денег. С октября эту проблему реализует многофункциональный центр. Чтобы подать заявление, при себе нужно иметь паспорт и оригиналы документов по вкладу. Для многих жителей края это долгожданное событие. Своих денег они ждут с середины 90-х. Мы вложили деньги, то есть мама вложила, купила акции и вложила достаточное количество денег. Вот. Ну и, соответственно, компания закрылась, как и большинство в то время. И, в общем, остались мы без денег. Вот. А сейчас мы узнали, что как бы идет выплата компенсации, вот, по-моему, до 15 тысяч рублей, и вот решили обратиться. Размер компенсации ограничен для разных слоев населения. Например, ветераны Великой Отечественной войны могут получить до 100 тысяч рублей. Компенсируют не все вклады, список организаций устанавливает федеральная комиссия. Там же утверждают решение по выплате. Ну, в целом, кстати, по статистике могу сказать, что по состоянию на как раз сегодняшний день 13 тысячам заявителям или там вкладчикам в Алтайском крае была выплачена компенсация. Общий размер 13 миллионов.